Дамы, господин президент, дорогие друзья, год назад мы купили контрольный пакет акций «Запорожстали». У комбината «Запорожсталь» большие традиции, а у нас большие амбиции. И наши амбиции нацелены на то, чтобы из этого предприятия сделать один из лучших комбинатов Восточной Европы. У нас две главные задачи – экономика и экология. Но без больших инвестиций это сделать невозможно. Несмотря на то, что на мировых рынках стали сегодня наблюдается кризис, мы будем активно поддерживать модернизацию. Я убежден, что мы построим сильную экономику, и я убежден в том, что в Запорожье будет чистый воздух. И от этого выиграют все – предприятия, трудовой коллектив, город, регион, страна. Спасибо.